Бюджетное грибное блюдо, которое можно подать в будни или на праздничный стол, оно готовится буквально за 30 минут при наличии необходимых ингредиентов. Грибы могут быть любого сорта, лучше лесные. Блюдо можно приготовить заранее для пикника или поездки, взять с собой на работу в ланчбоксе. Ярче всего вкус блюда проявится, если вы будете использовать лесные грибы, но и с магазинным вариантом грибов такие пеньки быстро улетят с тарелок ваших родных или друзей. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте указанные ингредиенты. Грибы тщательно промойте в воде. Репчатый лук очистите и промойте, нарежьте мелкими кубиками и отпассируйте на сковороде в растительном масле до мягкости, слегка подрумянив. Промытые грибы нарежьте мелкими кубиками и добавьте на сковороду, сразу же посолите и поперчите, чтобы грибная нарезка выделила жидкость, перемешайте, поднимая луковую нарезку с дна сковороды, иначе она подгорит. Вкуснее тем, кто подпишется. Обжарьте в течение 3-5 минут до румяности, пока не выпарится вся жидкость. Нарежьте багет на части высотой около 6-8 см, аккуратно извлеките из них мякиш, оставляя немного хлеба на дне. Выложите грибную начинку сверху в багетные ломтики. Выложите заготовки в форму для запекания и присыпьте тертым твердым сыром, раскалите духовку до 180-200 градусов и поместите в нее форму, запеките около 10 минут, больше не нужно, так как все продукты уже готовые. Извлеките форму и дайте готовому блюду слегка остыть. Затем выложите грибные пеньки на тарелку и подайте к столу горячими, с различными соусами и соленьями. Жду ваших лайков и комментариев. Вот что нам понадобится. Шампиньоны 0,5 кг, багет 1 штука, сыр твердый 120 грамм, тертый, лук 1-2 штук, масло растительное 2-3 столовые ложек, соль 4 щепотки, перец черный молотый 2 щепотки, количество порций 3-4. Комментируем, лайкаем или дизлайкаем. Подписываемся, чтобы не пропустить новые вкуснышки моего канала. Приятного аппетита! Приходите еще!